студент, это который плохо учится, у него работы нету и денег. Ему, наверное, он поступил в институт, где не дают зарплату. Я думаю, то, что он бедный, потому что он, может быть, бедный умом. То есть не очень хорошо учиться. Денег мало. Человек, да, учится в школе, он там, например, плохо учится. И вот он закончил школу, пошел дальше там. Он закончил плохо, у него нет образования из-за этого. И из-за того, что у него нет образования, его не смогут взять на работу, потому что у него нет опыта для этого. Поэтому он не может зарабатывать деньги на свою жизнь. Потому что он, наверное, плохо учится. Потому что если плохо учиться, как бы на работу никуда нельзя поступить и будешь бедным. Потому что он плохо учится и за это мало зарабатывает. Можно подрабатывать. Ну, например, не знаю, там, рекламу раздавать. Он уезжает от родителей. Он учится, но не работает. Образование ему еще не дали. Живет. В съемной комнате. Поэтому бедный. Потому что надо заплатить обучение, самому покушать и на жилье. У него ничего не осталось, и он один живет. Это смотря как он учится. Если он учится на тройке и двойке, то он становится бедный. Если он учится довольно отлично, то он становится довольно богатым, нормальным. По деньгам ему хватает на месяц как минимум. Ну, учителя, они же не могут никак ему денег дать.